Всем привет! Привет! Привет, Марина, скажи! Сегодня я решила еще посниматься. У нас две посылки пришли. Ну, мы вот это первое откроем, чтобы Марине веселее было. А потом вот это вот откроем. Господи, тут у меня улитки стоят. И здесь у нас пришли светильнички. Вы видели у нас в предыдущих видео, у нас уже много приходило светильничков. И вот у нас пришли... Ой, какой он, ребята, грязный весь. Смотри, какой он весь грязный. Смотрели, какой грязный весь. Он, во-первых, поврежденный пришел. Смотрите, он весь скрытый. Я не знаю, видно вам это или нет, но это он сломанный. Сейчас попробуем включить, проверить. Он, ребята, даже не работает. Какой, Ильюша, на, посмотри пока. А мы пока следующий. Там Илья посмотрит, а мы пока следующий. Смотрите, как заклеен. Мышка заклеен глазик. В первую очередь проверим, работает или нет. Да, сразу включился. Значит, можно отрывать глазик у него. И вот такой вот мышка. Сейчас мы выключим его. Вот такая мышка. Его вдавили. Так я говорю, он сытый, аккуратно, там не это. Нет, и даже, еще даже. У нас один фонарик пришел. И здесь в пакете больше ничего нету. Сейчас мы... Коробочка очень повреждена, как видите. А почему эти без коробки? Не знаю, почему без коробки. У нас половина фонариков почему-то приходит все без коробки. Здесь у нас зайка. Вот это вот чистый, смотри, какой. Чистенький, аккуратненький, целенький. Вот так вот он светится. Видно, нет? Нет, это на вечером. Мы как-нибудь вам вечером включим, сделаем видео, да, Света? Где включим все фонарики, и вы посмотрите, как они светятся. Вот такой вот зайка. Ну, насчет киски придется мне вот насчет этой спор открывать, потому что это ненормально. Она сломана, она не работает. Ильюша пытался включить, ничего не смог. Она вся... выделано, как видите. На, Марина, пока смотри. И сейчас мы откроем следующую посылочку. И придется Ильюшке бежать еще на улицу для того, чтобы проверить. Ты одел кофту? Я и так выбегу. Так выбегаешь. Здесь у нас пришел, ребята, знаете что? Это пришел дверной звонок, который беспроводной. Сейчас посмотрим. Тут пупырка обычная. Сам вот звонок и кнопочка. Так все аккуратно в коробочке, знаете, вот за это прям классно. Света пупыркой лопает. Вот такой вот у нас получается дверной звоночек. Я не знаю, тут... Там, наверное, батарейки. А батарейки, наверное, вот здесь вот вставляются, должны вставляться. Вот такой вот у нас, ребята, дверной звоночек сам по себе. Мы распечатали, посмотрим. Сейчас отпечатаем вот этот вот, который издает сам мелодию. Включи его. Так. А, его еще включать надо. Нет, он включен, по-моему. Да, тут батарейки надо. У нас нет батареек? Я не знаю. Посмотри там на полочке, где телевизор, батарейки. И вот сам вот такой вот дверной звонок. Тут мелодии издаются, насколько я знаю. Тут несколько мелодий. Ой, тут даже инструкции нету. Ну да, мелодии должны быть. Батарейки нету у нас. Батарейку мы не нашли. Значит, на следующем видео вам сделаем обзор. Мы сходим, купим батарейки. И в следующем видео вы сможете увидеть уже, как он. Нету, да, батарейки? И мы сделаем... обзор, как он будет работать у нас. Вот на этом вот все. Насчет вот этого фонарика буду я коротко. Нет, оно не светится. Это. Много. Оно светится, но там может задело бы что-то. Оно сломано. Его достать надо там сделать. А нет. Насчет этого буду... стопроцентно открывать спор. Он и грязный. Как он грязный. Он по сравнению вот... Дай... Выключи, пожалуйста. А зайки? Дай, Мариночка, мама сейчас покажет и даст тебе. Вот смотрите, отличается, вообще жестко отличается цветом. Видно, Ириш? Он черный, он грязный.
На нем пятна, он весь мятый, он сломанный, он даже не срабатывает. Вот это вот сюда достану. Ой, короче, полный. У нас вот первый раз вот такой. У нас до этого елочка приходила, но там папа у нас сделал, у нас начал работу, поэтому я спор даже не стала открывать. А вот насчет вот этого 100% спор открою. Ну вот, такая вот наша посылочка. Насчет этого мы вам тоже потом батареечки сейчас сходим, купим и сделаем видео и вам покажем следующее видео. Вот такой вот у нас сегодня была распаковка посылок. Ну вот на этом пока все. Ставьте лайки, подписывайтесь под наш канал. И всем пока. Помахай пока. Пока-пока. Пока-пока. Скажи пока.